все детские телевизионные каналы Бельгии на один вечер прекратили вещание. Они присоединились к акции «Поиграй на улице». Ее цель – поощрить детей выключить телевизоры, планшеты и мобильные телефоны и повеселиться на открытом воздухе. Сотни детей на игровых площадках. Такую картину можно было увидеть по всей стране. В зонах развлечения предлагали мастер-классы по ремонту велосипедов, аквагрим, надувные замки и много других игр. Проблема в том, что дети недостаточно двигаются. Они сидят за своими айпадами, планшетами или просто смотрят телевизор. А для них очень важно двигаться, играть и быть подтянутыми. Детское ожирение – одно из следствий малоподвижного образа жизни. И страдают от такой проблемы именно в развитых странах, где у детей есть доступ к разнообразным гаджетам. В Бельгии проблему признали давно, и акция уже стала ежегодной. Здесь очень много мероприятий. Для тех, кто любит спорт, для тех, кто любит готовить, и для тех, кому нравятся надувные замки. Тут все просто замечательно. Тут много детей, и игр для них хватает. Думаю, правительству стоит обратить на это внимание. Раз мы собрались, то это показывает, что детям нужны такие игровые зоны. При этом родители отмечают, одного дня в году недостаточно, чтобы привить детям любовь к играм на свежем воздухе. Они призывают придумать новые инициативы.